Культурно-досуговые, информационные, спортивные, просветительские, общественно-социальные и мероприятия другого направления будут организованы для детей в период каникул. Причем 19 из них проведут на республиканском уровне. С 20 декабря по 28 во всех образовательных организациях республики пройдут новогодние утренники и вечера. В целях безопасного и организованного проведения зимних каникул во всех образовательных организациях проводятся в настоящий момент инструктажи по комплексной безопасности для родителей и для обучающихся. Также для всех родителей 22 декабря состоится республиканский родительский всеобуч на тему «Ответственное родительство». Кроме того, в период каникул на базе учреждений дополнительного образования по линии культуры и спорта будут организованы временные досуговые центры. Ожидается охват всеми формами занятости детей. Новогодние утренники стартуют уже с 20 декабря. Они будут проведены по заявкам школ и отдельных коллективов при Национальном музее, при Национальной библиотеке имени Пушкина, в Театре кукол, в Тувинской государственной филармонии, во Дворце молодежи Театром Саяна и в Национальном театре имени Кукола. Основными елочными мероприятиями у нас станут елка Верховного Хурала для детей участников специальной военной операции 25 числа в Национальном театре и 26 декабря елка главы Республики Тыва также в Национальном театре. Самые любимые развлечения детей зимой – это санки, горки и коньки. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь важна роль взрослых. Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Детские забавы должны быть безопасными. В январские выходные по линии Минкультуры будут работать 140 временных досуговых центров. Кроме того, на период каникулярных дней в январе при учреждениях культуры, при домах культуры и библиотеках будут организованы 140 временных досуговых центров, которые будут организовывать досуг детей. Новогодние утренники, кружковые занятия, где дети могут в течение 3-4 часов провести свое время. И хотим напомнить, что за жизнь и здоровье своих детей ответственность несут только родители. Зимние каникулы – это уникальная возможность провести совместный семейный досуг и использовать время с пользой для здоровья. Каникулы пройдут с 30 декабря по 8 января следующего года. Айра Салбуяноюн и Азамат Очур, телеканал Тува-24.